провидцы. У остальных, как я понимаю, усов в том же числе, у них по 40-45 секунд, поэтому их надо вдвоем ставить на жреца. Просто мы сейчас спекнули человека с фул камнями в хосту и СПД, спекнули фаера с 12 тысяч ДПС. Не, понимаешь, ты же, наверное, сидишь, блядь, на... Да я один, жреца. Блядь, сижу, уже, наверное, дохлый. Ну, я понимаю. А жена дохла почему? Потому что два раза он сдох от мили-атаки провидца. Вот в чем нюанс. Люди, которые подохли, они сдохли от провидца. Про то, что Фаер может один сидеть на провидце, он не успевает откадешиться. Для жреца не успевает, поэтому это два. Все так же, просто не дохнет. И все будет ровно. Можно Дживса, пожалуйста. Монород, твой, короче, этот. Ты кого в прошлый раз танчил? Все на замену. Жрецов он и танчил. Не, жреца ты танчил или Троицкого? Я так понял, я на замену, да? Нет, вместо Кирса станешь только в ДД. В кота спекайся. Свой дом команда нормально раскидывали. Окей, сейчас ты со мной командной работой будешь заниматься. Я на провидце, ты на жреце. Даю проверку. Просто мы, получается, заливаем долго, потому что там хила ДПС нет. Я могу его фростать, если скажете. Давайте попробуем, как вчера. Просто я могу направиться. А Жунуэн вместе сядем на жреца. И там двух кадешек. На жреце, монород. Жрец, приз, короче, тот, который самый хуёвый. Да. Чё с Полиной? Где Полина? Сейчас дам. Дай сесть товара, мой народ. Эх. Как же все сложно. Блять, вроде. В Дискорде меня нет, видимо, что-то с интернетом. Раз, куда тебе, типа, народ? Сейчас, кроват, кстати, это минут. Шел с рук. Люди, вы не понимаете, что такое спам. Даю проверку. Монород готов? Не хватает. Сейчас купомагом, да. Че, без одного хила идем? Все, карточки раздам. У вас и так 5. У нас 6. ДЦ же с нами. Я же говорю, у вас сейчас 5. Хорошо. Даю проверку. Все, все готово. Оппозиционку погнали. Ой. А, не надо. Я вижу, нету. Народ, так курс. Бомба.
Иди под луч. Чем провидеть же ты? Нелли, свали оттуда нахуй. Провидеться активнее, активнее, работа провидеть. Долго бьем. Еще активнее травить. Че, мне ебашит? Одноразовая это. Это бог, да? Ага. Минеры, дайте Насте. Чего время удастся побить? Моба. Сразу по двум пока хуярим. Обратно сами придут. Я своего на тот правил. Не срывайте луч, смог. Блять. Понял. Сам придет. Добивайте активнее. Все отлично. Все прикрываем лучше. Бот идет. Страшно. Парус. Ком дохуя стаков, я говорил, где он. А мост это без стаков, парады без стаков. Войт с коватом, штору, элбрил. Резист мало, гибл мало, мозер мало. Связь мало. Килл мало. Закрываем на народ. Вот тебе разница в пинге. Давайте бейте, поднимите лаву. Лава, может там стаки будешь вот. Так, сейчас его сюда поближе, поближе. Звезда в рейде, звезда в рейде, звезда в рейде.
Кимыч, бей давай, что ты стоишь тут? Да она мне ебаный луч все время добавляет, у меня уже 14 так. Зачем ты тут стоишь? Да сука ко мне подбегает, потому что... Печеньку, встань и бей. Крючок что ли? Повиться, добейся. Убивается. Парада поднимется. Быстрее дайте бояр парада. Чуть чему жду. В воздухе. Настя, Элбру, можете еще стабу немного набрать. Кова, твой, парада, Коника. Добавка. Вот, немного это можешь. Сколько? Немного это видите. Угу. Не повешался? Уже можете все дать. Кого ниже где-то? Нету. Кого ниже 10, можете набирать до 10. Меня словить сейчас. Слови этот коват провидца, то я летаю. Не понял, а чё он эти? Че люди умирают? Чего, блядь? Провидец пиздит, ходит. Так я же сказал, квас, свои провидцы. Да я поймал таунт кину. Только я потом таунты в босса кинул, и он меня смашит. Тимыч, смотри, к тебе вопрос. Меня идет луч. Я сейчас его навожу на моба специально. Луч идет в моба. И спустя буквально несколько секунд луч уже на тебе. Ты их специально собираешь или как? Да нет, вот именно. Я иду бить мода, моба. Понимаешь суть, даже встаю, что надо сделать с трэшем? Или нет? Еще... Надо в него свечиться. Но только я спереди бью специально, чтобы не захватывать луч. За солнечный колодец! Ясно, понятно. Если бы я бил еще сзади, другой вопрос. Поднимайте все. Короче, если вы видите, что на танке анонш, блядь, таунтите этого, таунтите танки, который свободен на боссе. Типа есть танк, который там сколько, 15 секунд курит, грубо говоря, да? То есть вам не надо таунтить босса, и вы 15 секунд, блядь, под дебафом стоите. Блядь, в этот момент просто затаунтите моба. Мазур, там не в агро проблема, там проблема, что я летал. Так я летал, блядь. В смысле до полета. Я не видел, чтобы был срыв. Хуй его знает, что Фарада убил. Поднимайте. Че, встать ни у кого нету? СС да мы бежим, не... Лёша, ну подожди ты секунду, мы почти добежали. ССов ни на ком не было, кроме меня. Я просто под боссом, не могу встать. Там... Ну... Ты сам сказал, поднимайтесь, мы все поднялись. Бафа раздаем, рыбу ставлю. Что-то пропустил?
Ну не, все. Товары не танчат. Это... Я просто говорил, что смотри, если на тебя дебаф, 15 секунд ты ничем не занимаешься, допустим, там монород взлетает, или я взлетаю с дебафом, да? А этот таунт я буду анонсить, с кого там, жреца или пробить. Бафы раздаем. Очень долго идет урон по жрецу. Должен быстрее смотреть. Да, блять, в них свичнутся, потому что агро срывает. Там такие танки, как ты с них сорвешь, они же... Сразу ты не свичишься, они когда подбегают на большой круг, ты даешь им только таунт. Когда они подбегают на малый круг, тогда ты даешь им милитычку. Если вы свичаетесь и стоите на так дальнем я кругу... я с провидца агро сорвал, Лёх. Блять, где ты свичишься в мобах? Когда он стоит, блять, под боссом... Под самый конец агро, под самую смерть уже провидца с него сорвал. У тебя таланты на минус агро стоят или что-то? Да. Не верю. Да ты читер просто. Ничего у него не стоит. Вообще а ничего не стоит. Может быть, кто же вас. Я слышала, когда не стоит, это плохо. Я, конечно, не эксперт. Вот ты дебил. Да. Все, поехали. Да. Да. Ой, хороший. Все, вопросов нет, да? Все вопросы отпали, секунду. Поехали, все, тишина. Тишина. Можно минуту дыма отойти? Нет. Херачим. Сзади босса луч. Монара туда поведешь своего. Зачем ты встаешь? Не знаю. Забираем. Иди, Монара. Тоже подведу. Бейте сразу двоих. Блять, не восприимчивость. Подводи на малый круг. Подальше. Пускай сюда поближе к боссу бегут. Босс поближе ставь. Адский фризит. Блять, меня поглощение хуярит. Меня не ловите. Ну, видал, да, один раз не подошел. Ловиться активнее хуярит. Все, добили. Нормально. Килл 10 стак. Шинелик 5, Казум, Локи. Моба. Веру дали. Да, ставьте
Войд. Активнее, активнее. Ну, чесноком. На мне вроде, но у меня дебаф слетел. Ну, простите. Зачем аж два раза? Этот казон поднимите, мы чё? Выбежи метка кто-то. Меня зачем? Я-то живой. Казума, ты подними. Сука. Две невосприимчивости. Смотри, Войд, если первое не восприимчиво, выжидаешь 5 секунд, а потом кидаешь второе, а не сразу два под. Поднимите квад быстрее, вы чё? Блядь. Есть что-то по инерам, пожалуйста, Шторм Синдю? Спарила. Метка. Долго реагирует. Шторы поднимай, ангел. Мозг понимает нам тело. Народ поднимает тело. Он завис. Мозер завис тоже. Кто еще завис? Вага вылетел, Мозер завис. Полины давно уже нету. Да, шибем. Мозера луч перекройте. Там сейчас походу будет 20 так. Мобас. Та в стороне правиться подержу, мангела нет. Давай, Боб. Не канай, да, что? Станьте. Что, под луч может? Я просто и босс, и мобот. Есть ли смысл дальше? Дальше дома.
поставил это на ману. Пилы стоит дым. Метка. Как бы проносил он мне. Метка, метка в рейде, метка в рейде. Аж двоих подкинул. Там же там. Я там сядь. Лёх, чё мы делаем? У нас по рейда мёртвый. Такое чувство, что мы время до концерта 40... тянем. 40 стаков на боссе, да? 44, 45. 50 на 15. Получается 50% босса, 40 стаков на боссе. Прошлое было 60-70 к этому хп. Так. Чё там с Вагой, Полиной, чё за... Полина уже не первый пул, по-моему, или мне кажется. Первый пул. Её на том тоже не было. Ни её, ни Ваги здесь нет. Писать, ты можно что через телефон? Ну, значит, на сегодня все. Хули делать. Договорился сегодня с чуваком на Каругер купить, короче, этого долгонога. Он такой, ладно, все, типа, вечером будем. Все. Я смотрю, он попиздил за Джаман. Я пишу ему, что, не будет Каругер? Он, нет, у нас танк не пришел. На Каругер? Да, на Каругер танк не пришел, а на Зулеман они пугов, походу, там добирали. Я смотрел в чате. А что за чел? Из Impossible и Snuffin. Интересно, что они Каругер без другого не могут прийти? Хуй знает, но он мне долгонога согласился продать, еще на босса сумануть. То есть я даже не пойду, честно, на копыты зайду и заберу долгонога или нет. Вот это условие. Вообще охуительно. А вы все разошлись, да? Да, все. Кто-нибудь мне звездочет-то убьет, я просто приду на босса и потанчу босса. Кто-нибудь мне так звездочет-то продаст? Хэмки.
Вы вот, кстати, зря так поменяли, это надо, чтобы люди пришли на это. Вы там с Каватом все придумали, все делаете, все красиво. Лех, а мне кажется, что надо в ХП забиваться частично. Все равно будет проще выживать. Людей теряем просто. У нас из Полины не было, Сергей. Да, то, что Полины не было, там, когда ближе уже ко второй фазе, уже начинается очень сильный урон по рейду, и очень тяжело уже людей держать просто-напросто. Дальше будет еще хуже. Даже если мы тупить не будем, просто умирать там в полетах, в падениях, во всех остальном. Заливается. Мало урона по боссу. Это самое. А где вы все, блядь? Я тут встал, никого Родин. Нету. Но... В Энвизе, ой. Начислишь 2000. Это самое, слышишь, Лёха, что ты думаешь? Может быть... Может быть, 3 танка и плюс ДД? Как ты думаешь? Хочешь, чтобы я потянул? Нет, ну ты с Каватом на боссе, а мы народ на двоих. Ну смотри. Нет, я хочу, чтобы он потянул. Смотри, бегут эти типы, да? Библ, допустим, в провидце хуярит на полного народа, а Мозер в этого жреца. Все, они просто к нему бегут и все, да. Заебись. Это все, конечно, хорошо. Него что мы будем на ласт? Что мы будем на ласт делать? Монород будет, блять, отлит, как мобов. Ну, 6 мобов. Ласт фаза. Босс вводится. На босс один танк. На. Монород отлетает, блять, практически. А ты хочешь 6, блять. Нет, 6 не надо. 6 мобов, вот смотри, монород. Ну, один танк берет босса, 2 мобов. Другой танк нет, три моба. Нихуя подобного. Танк, который танчит босса, он не может брать на себя мобов. Ну это получается тогда по 3 моба надо брать. Не, ну все равно по 3 моба это и так дохуя. Ну типа 4 танка. Один танк берет одного моба. Остается 5 мобов. Я беру на себя 3, допустим. Кават берет на себя 2, а Монород там или ты, допустим, на босс. Все. Да это все заебись, блядь. Но ДПС это хуйня. Может. Там проблема не в насколько. Может в том, быть. Что. Блять, вот спокойно переводили на вторую фазу. Что поменялось? Я хуй знает, тебе видосы надо смотреть, что там было другое. Может ДПС, блядь, может хилы хуй. Сейчас то же самое. Только мы переводили на вторую фазу, блядь, никаких проблем. А тут... все-таки усилки надо в ХП. Там было сколько? 6 хилов было же вроде, да? И были усилки в ХП забиты. Там ДПС посерьезнее, может быть, был. Гевка был туда-сюда. Не, ну там усилки в ХП были забиты. Гены не было на звездочек. Вообще или никогда? Был... Тогда был он, да, был гены. Да тут еще вылетают, смотри. Лех, вот смотри, мы сейчас по разу с Настей скидаем масс диспелла. Я сейчас посчитал, за все пулы 210 дебафов сдиспеллено было с пэтов. За все пулы. Это мы по одному разу кидаем на каждом этом дебафе. Ну, я не один раз кидала, я раза 3 кидала, потому что, ну, иначе вообще ничего не продиспелится. И то он Фарада жалуется, что он всегда в дебафе. Я так сказал, отдельно.